А у кортизола есть какие-то суточные ритмы, когда он вырабатывается, например, там, в большем объеме, и ты сам для себя можешь понимать, что вот в это время к холодильнику точно подходить, например, не стоит. Либо может возникнуть такая история, что тебе там захочется именно вот в это время дня это съесть точно. Булочку. И стоит ли влиять, собственно говоря, на эти гормоны каким-то образом? Здесь как раз мы тоже можем ко сну вернуться. Кортизол обязательно, как и другие гормоны, у них есть суточные ритмы. Если мы говорим про кортизол, кортизол вырабатывается рано утром. Для чего? Для того, чтобы организм как бы включить, для того, чтобы мы хорошо чувствовали себя и функционировали в течение дня. Соответственно, влиять, если вы, например, вечером хотели спать, но вы переждали этот момент, то, соответственно, вы опять включаете кортизол не в тот момент, когда нужно. То есть здесь очень важно взаимодействие начинать от физики, заканчивая психологией. Да.